Привет! В этом видео покажу, как скопировать Unicode тачку другу. Это делается в открытой сессии, и нам не придется агать копов. Все делается просто. Заходим в гараж, подходим к соседу и через тусовку подсоединяемся в лобби к другу. После того, как ваш друг поставит машину возле гаража у стены, он должен будет создать дело. Лучше всего запрашивать дело у Симона, там, Мартина, чтобы быть хостом в лобби, чтобы другие игроки не могли к вам подсоединиться. Поставьте ее закрытой. Машина хорошо копируется вот возле этой стены. Тут подходим мы к велосипедной стойке, чтобы стрелочка показывала справа. Как только видим вот эту стрелочку, нажимаем кнопку PS, заходим в тусовку и присоединяемся к другу. После присоединения, как только тусовка уберется и покажется пару секунд, что мы находимся в гараже, в велосипедной стойке, быстро нажимаем много раз справа X. Если произошел такой звук открываемого гаража, значит вы все сделали правильно. Тут еще один момент, как только мы вот забаговались в такой машине, мы из нее выходим и запрашиваем личный транспорт. Если этого не сделать, а поехать эту машину продавать, то вашего друга выкинет вообще из игры. Произойдет ошибка в игре, и придется игру перезапускать. Поэтому, чтобы не было ошибки, мы выходим из машины, отходим подальше и запрашиваем личный транспорт. Sometimes there's a moment as you're waking when you become aware of the